На самом деле легендарнейшая личность, на которой строилась и политика многих государств, и политика в целом мировая. Сегодня вспоминается, я об этом и сегодня говорил и перед журналистами, как мы встречались в Венесуэле, как он принимал нашу делегацию молодежную. Насколько человек был искренен в отношениях к стране, насколько он был искренен народу нашему, главе государства. Понимаете, это очередной раз подчеркивает, это был настоящий друг Республики Беларусь. И не зря сегодня собрались у стен посольства Венесуэлы. Сотни молодых ребят приходят, сотни людей, которые хотят отдать дань памяти этому легендарному человеку. Этому человеку, который стремился к миру, стремился к социальной справедливости. Уго Чавес являлся истинным другом нашей страны, лично оказывал поддержку, очень тяжелая утрата, и мы искренне переживаем вот это событие.